Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, гравёров и знакомиться с автобиографией автора. Жан-Жак Атуэйт, французский гравёр британского происхождения. Я цитирую его одну Википедию. Родился как Джон Джеймс Атуэйт 8 февраля 1810 года в пригороде Лондона. В 1841 году женился на Жозефине Шарлотте Далле, уроженке Розендаля и дочери таможенника. От этого брака родилось несколько детей. В юности Жан-Жак Атуэйт обучался рисованию и гравюре у Эдвара Гудолла. Он приехал в Париж в середине 1830-х годов. В это время он писал пейзажи в компании двух художников и соотечественников. Уильяма Кэллоу и Чарльза Бентли на курорте в Нормандии. В 1836 году начал выставляться в салоне. Выставил свою работу «Акварель. Вид на собор Парижской Богоматери». Работал на издателей гравюр и иллюстрированных произведений, первым из которых, по-видимому, был Шарль Гавр. Практиковал гравюру по дереву, но в основном долото по стали в форме мягкой огранки. Основная деятельность Атуэйта длилась с 1835 по 1870 годы. Он написал множество альбомов гравюр, посвященных революционному периоду Первой империи, а также сцену различных колониальных или исторических войн. Его последняя выставка состоялась в 1877 году. Его учеником был Альфонс Ламот. Умер 30 марта 1878 года в возрасте 68 лет в Париже. Вот так вкратце, данных очень мало о французском гравюре британского происхождения Жан-Жак Атуэйт. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.